21 марта в зале районной администрации прошла торжественная церемония награждения работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Собравшихся с профессиональным праздником поздравил председатель Совета Северского района Владимир Захарченко. В зале самое лучшее, то, что мы на вас надеемся, вы наша опора, вы наша гордость. Я хочу от души поздравить вас с праздником, пожелать вам успехов прежде всего. Творческих на работе, чтобы больше у вас было помощников. За многолетний добросовестный труд почетными благодарственными письмами и благодарностями главы наградили индивидуальных предпринимателей, работников индустрии красоты, сотрудников коммунальных служб и управляющих компаний. Всего поздравили 54 человека. Каждый из них внес большой вклад в развитие Северского района.